Rangers fan. You've always dreamed of as a special friend, for whom the moment to grow up is there. And so she has to leave, for the challenge is hard, but a warm is her heart. Get rid of all your fears, the reward's on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight with an angel and a high-speed flight. She's gonna raise your mind, В заточении. Часть первая. I did it. Я это сделал! Я нашел заклинание, которое освободит Василиска от чар Блю. Оно было в книге. Мне нужно действовать быстро. Это место подойдет. Здесь можно поэкспериментировать без риска быть замеченным. Моя магия тут никому не навредит. Не двигайся, дружок. Сейчас все будет в порядке. Что такое? Ну, конечно. У этой магии наверняка есть защитная система. Типа как сигнализация в машине. Василиск! Кто-то пытается снять мое заклятие. Надо проверить. Успокойся. Прекрати! Надо поторопиться, пока он не вырвался. Надеюсь, это сработает. Теперь моя воля управляет змеей. Ты не предашь нашу дружбу. Взываю к тебе из нижних сфер. Освободи его от жестокого врага! Василиск? Ура! Мы это сделали! Наконец ты в норме! Теперь тебя никто не контролирует. Идем к Крав, я ей все расскажу. И тогда мы освободим ее мать. Сульфус! Блю! Что ты делаешь? Не твое дело! Если ты думаешь, что эти жалкие заклинания снимут мои чары, ты сильно заблуждаешься. Я не буду ухаживать за сладкой. К сожалению, у тебя нет выбора. Если ты ослушаешься, Анжеле придется плохо. Только если ты расскажешь об этом хозяевам. Если будешь молчать, мы с Раф их одолеем. Ты не понимаешь, Раф не должна ничего знать. Но почему? Ведь хозяева не слишком добрые к тебе. Ну и что? Почему ты на них работаешь? Тебя шантажируют? Нет. Но только они могут выполнить мое главное желание, если я буду им помогать. Они дадут мне то, что мне нужно. И тебя не волнует, что другие будут страдать? Забавно слышать это от дьявола. Забавно или нет, я не собираюсь сидеть сложа руки. Разве ты еще не понял? Ты меня не остановишь. Смотри! Гипнотический укус. Ее глаза, они меня гипнотизируют. Я же сказала, сопротивление бесполезно. Я не могу отвести взгляд, но я должен что-то сделать. Огненные крылья! Что? Ты меня обжег! Ты обжег меня! Держись от нас подальше! Вот еще! Укус тени! Рога тысячи дьяволов! Я же говорил тебе,
Держись от нас подальше! Огненные шары пролетают насквозь! Ты застиг меня врасплох! Но это не повторится! Не надо драм! Больно будет всего несколько секунд! Но воздействие яда продлится дольше. Теперь ты в моей власти. Сульфус в опасности. Нет, наверное, мне это приснилось. Я просто в шоке от того, что увидела сладкую вместе с ним в библиотеке. Наверное, это совпадение. Мои друзья меня не предадут. Я должна доверять сладкой. А теперь внимание. В процессе перевоплощения очень важно научиться принимать форму смертных и быстро возвращаться в форму ангелов. Гениально. Как быстро он это сделал? Но как ему это удается? Даже без запуска превращения. Это не так уж сложно. Кто хочет попробовать? Я очень хочу попробовать. Отлично, для тебя все готово. Здорово. Хотя голова осталась той же. Хорошо, Газ. А теперь быстро перевоплотись в дьявола. Проще простого. Фантастика. Это было впечатляюще. Я сделала что-то неправильно. Конечно. Ури, в обратном перевоплощении есть свои нюансы. Когда ты преображаешься, иногда отдельные детали остаются прежними. Обычно это происходит с одеждой. Но это всего лишь шапочка. Иногда это может быть мысль или эмоция. Наверняка сейчас ты чувствуешь то, что чувствуют смертные. Вы поняли? Я поняла, что со мной происходит. Так вот почему я все время думаю об Александре. Сладкое что-то отвлекает. Она думает о Сульфусе. Но ангелы не должны поддаваться земным страстям. Поэтому обратное перевоплощение должно быть полным. Все ясно. Было бы все так ясно для меня. Сладкая, что с тобой? О чем ты думаешь? Кто я? Если бы она только знала. У тебя все на лице написано. Что же ей сказать? Мой браслет подает сигнал. Наверное, у Лили проблемы. Мне надо лететь к ней. Это последнее достижение науки. Отлично. Увидимся. Вот она! Вроде бы все в норме. Конечно. Но почему эта штуковина звенит? Наверное, ты ей не нравишься. У тебя появилось чувство юмора? Дьяволы часто дают нам повод посмеяться. Правда? Кто бы говорил? Лили, можно с тобой поговорить? Что ей нужно? Это Глория. Девушка, которая нравится Александру. Но Лили сама влюблена в Александра, разве нет? Замолчи, дай мне послушать. Конечно, в чем дело? Послушай, ведь вы с Александром близкие друзья, правда? Очень близкие. И, к сожалению, только друзья. Но он тебе доверяет? Конечно, доверяет. Он сказал Лили, что ему нравится Глория, но она держит это в тайне. Это все из-за тебя. Ну, мы с ним говорим о разном. А что? Если бы ему кто-то нравился, ты бы об этом знала? Мне бы хотелось, чтобы это была я. Или я. Лили?
У Александра нет девушки. Отлично. Я хотела сказать, буду с тобой честной. Мне он кажется очень милым. Ты поможешь мне узнать его поближе? Что? Я хочу знать, интересую ли я его. Конечно, интересуешь. Он в тебя влюблен. Но Лили тебе об этом не скажет. Хочешь пари? Давай. Я уверена, Лили никогда ей об этом не скажет. И ты проиграешь. Я уговорю ее помочь Глории. Необычная просьба. Мне надо подумать. Понимаю. Но ты единственная, кто может мне помочь. И что теперь? Она послушает меня. Даже и не думай. Увидимся в кабинете вызова. Заходи в камеру, Сульфус. Может, пора его разбудить? Секундочку. Зачем вам нужен его волос? Скоро узнаешь, Блю. Ладно, буди его. Сульфус, посмотри на меня. Гипнотическая сила. Просыпайся. Что со мной случилось? Где я? Там, где ты не сможешь нас предать. Что происходит? Выпустите меня! Побереги силы, Сульфус. Ты сам виноват в том, что нам пришлось тебя запереть. Ты освободил Василиска и хотел предупредить Раф. Блю нам все рассказала. Прости, Сульфус. Мне пришлось это сделать. От этого зависит судьба моего народа. The moment to grow up is there, and so she has to leave.